Привет, народ! На продолжение, на прохождение игры Crash Time 2. Так. Блин, постоянно вот это у меня... Это камера. Вот. Отлично. Так, ну, чё, где задание? Это задание не дают. Бен, Семир, у меня есть для вас работа. Мы уже некоторое время следим за одним крупным скупщиком краденого. Скрываясь под вымышленным именем Алексей, он управляет очень необычной службой доставки, которая удовлетворяет потребности всех преступных авторитетов. Оружие, наркотики, доступные девушки. Алексей сможет достать все, что нужно. Да, я помню. Мы часто находили улики, указывающие на него. Но это так ни к чему и не привело. Именно. Однако сейчас отдел уголовного розыска сумел найти его слабое место. Алексею, как и любому преуспевающему бизнесмену, нужны надежные работники. Прекрасно. А что именно это означает? Это значит, что вы будете проводить секретную операцию. Вам нужно будет выполнить для этих людей кое-какую разовую работу, чтобы завоевать их доверие. Вы хотите, чтобы я доставлял пиццу кучке плохих парней? Эта пицца может оказаться очень острой. Для начала вы встретитесь с Игорем, одним из посредников Алексея. Сегодня, на свалке. Мы не знаем, что и куда нужно будет доставить. Думаю, мне не нужно напоминать вам, что осмотрительность является, безусловно, необходимой составляющей в такого рода операциях. Шеф, неужели я не выгляжу как человек, заслуживающий полного доверия? К счастью, на работу в полицию принимают, руководствуясь не внешним видом. Шеф, я вас умоляю. Семир, за дело. Бен, ты возвращайся в патруль, но будь готов в случае необходимости помочь Семиру. Так, служба доставки Алексея, часть первая. Ну что, начинаем прохождение. Всем здравствуйте, кто зашел на это видео, кто его смотрит. В общем, поехали. Так, служба доставки. О, какая тачка у нас интересная, модная. Понял, на какой тачке мы. Так, а вот сюда. Ох, на свалку заехали. Куда нужно. А, ну вообще туда, куда нужно. Вот, все, я вижу. Где-то. Ох. Отлично. Продолжим. Служба доставки Алексея, часть первая, нужна помощь. Так, лимит повреждений,
не по времени. Так, ну хорошо, проходим дальше. И значит, новенький пацан. Да. Ну, я давно уже не пацан, но пока что в неплохой форме. Ты шутник, но надежный ли? Слушай, вот посылка, доставить 5 минут. Адрес здесь на карте. Мы проверять. Ты никому ничего не говорить. Никакого обмана. Не заставлять их ждать. Главное, не привлекать внимание полиции. Понятно? Все понял, босс. Хорошо, ты стараться. Если нам нравится, мы звать тебя еще раз с новым поручением. Так, ну окей. Думаю, успеем мы доехать до точки назначения. О, отлично, полицейский патруль. Почему они вечно появляются не вовремя? Надо от них оторваться, спрятаться где-то. Отлично. Эй, Миш, дат здесь. Что с посылкой? Пришлось сделать небольшой крюк. Бензин почти закончился. Я уже еду. Хорошо, но ты лучше поторопиться. Ага, как раз вовремя. Отличная работа. Отлично, хорошо. Так, продолжить. Служба доставки Алексея. Прошли мы этот уровень, идем дальше. Продолжить. 43%. Так. Окей. Так, ну что, следующее задание. Ох, опять у нас здесь. Стоп. Нам назад нужно повернуть. Так, бешеный коп, часть первая. Ну что, начинаем. Еще один из этих гонщиков.
Они думают, что им все сойдет с рук. Мы схватим его. А с такой скоростью езды ему определенно придется некоторое время ходить пешком. Хватит болтать. Прибавь-ка лучше скорость. Да, он нагоняет нас конкретно. Почему эта корыта не может ехать быстрее? Невероятно! А этот идиот еще имеет наглость дразнить нас включенным левым поворотником. Нашим патрульным машинам не угнаться за этими лихачами. Ладно, с меня хватит. С этой минуты я начинаю собирать все запчасти, которые встретятся на моем пути. И меня не интересует, сколько они стоят. Потом я позвоню приятелю, и он превратит мою патрульную машину в монстра. Надеюсь. Так, а по карте что, нельзя как-то по-другому нам проехать его? Сейчас мы посмотрим. Так, короче, надо в любом случае нам возвращаться. Ехать объездным путем. Ну да, все верно. Так, а ну-ка, если мы сюда поедем. Сейчас мы посмотрим. Так, смотрим еще раз на карту. Где мы там заехали?
Так, автомобиль-центр. Вот, по проселочной дороге. Потом как через мост мы перепрыгнуть не можем, машины нитро нету. О, ФТП. Через заводы. Приехали. Результаты: бешеный коп, прибытие в локацию, прибыли. Вы успешно завершили дело. Так, 45%. Окей. Так. Так, здесь у нас Т-62, городской участок, тут у нас ничего нету. Короче, хорошо, нам нужно, значит, вот это, да, на этой тачке ехать дальше, что ли. Есть время для доставки? Да. Конечно, когда? Приезжай на место встречи. Посылка у меня. Так, служба доставки Алексея, часть вторая. Средняя сложность. Ну чё, поехали. Привет, шеф, это Семир. Мне только что позвонил Игорь. Похоже, Алексею понравилось, как я доставил пиццу в прошлый раз. Отлично. Семир, послушай. В этот раз мы собираемся устроить поддельную облаву, чтобы немного приукрасить твои таланты. Будь готов уйти от нашей группы и доставить посылку в целости. Окей. Так. Так, нитро у нас есть, это уже радует. Там такое доставляют пиццу. Чем там их так пицца завлекает. Так, продолжить, окей. О, посыльный. Теперь настоящая доставка. На додже. Не пустышка, как на тогда. Наверное. Так что постарайся и... Эй, это же копи, ты! Убираться отсюда, быстро! Ты доставлять посылка,
и молиться, что мы не узнать, что ты вызвал полицию. Колес уже нету, значит, придется рестарт делать. О, посыльный! Теперь настоящая доставка! Не пустышка, как тогда! Так что постарайся и... Эй, это же копы! Ты! Убираться отсюда! Быстро! Ты доставлять посылка и молиться, что мы не узнать, что ты вызвал полицию! Большая пепперони с сосисками, с сыром, без лука, прошу. Вот так вот быстро мы проехали, убрались от них, успешно завершили дело. Так, окей, патруль. Идем дальше. Главный вход. А ну-ка,
Участок, главный ход. А тут ничего у нас нету, да? Хорошо. Участок, задний вход. Тоже какая-то полицейская. Ну, хорошо, давай тогда. Пять турбо карт какой-то. В общем, народ, давайте на этом закончим, наверное, это видео. Спасибо тем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.